Эта граната такая имбовая и такая трешовая, потому что она будет уникальная. То есть ты можешь ее зафармить только на Хэллоуин. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн и будем обсуждать новые, соответственно, гранаты-мины, которые у нас появятся в танчиках, и которые, возможно, уже будут в ближайшем будущем. Короче, это тыковки. Тыковки, соответственно, уникальная прачечная граната, после броска которой взрывается, взрывается моментально, плюс, соответственно, поджигает корпус противника. Он начинает гореть. Не знаю, по-моему, звучит прям просто как лютейшая имба-имбовая. Так, давай мы ее, наверное, сразу подпрокачаем, чтобы, соответственно, было все the good, the nice. Потому что, ну, раз, соответственно, есть такая возможность, почему бы это все дело не подпрокачать. Поэтому вот так вот требуется МК-6. Блин, а я не на тот аккаунт зашел, я зашел на аккаунт, который у нас маленький. Ну и что? Мы так-то и так нормально. Правильно. Поэтому пойдет. Короче, идем просто в быстрый бой. Мне уже, соответственно, рассказали про эти самые минки. Они вроде как супер-мега-имбовые. Есть у нас, соответственно, обычные гранаты, которые просто кидаются, у них есть таймер, взрывается. Здесь же все происходит довольно-таки очень и очень, вроде как, по словам, супер-жестко. Ну, типа, вы представляете, да? Ты бросаешь гранату, она моменталочкой, просто супер-мега-моменталочкой подрывается. Плюс еще и воспламеняет танчик врага. Блин, я не знаю, но по-моему, звучит очень круто. Как это все выглядит на самом деле, я пока не знаю. Я уже высказывался по поводу мнения об этих гранатах, в принципе, что это дело достаточно такое, знаете, вспомогательное. Вот эта карта крутая. Вот это крутая просто карточка. Так, и меня закинуло, по-моему, к товарищам, соответственно. Что у нас с саблями все катаются? Это товарищи боты. Это товарищи боты. Так, кидаем минку. А может меня убить, пожалуйста? Убейте меня, пожалуйста, семеро. Я у нас хочу немножечко все, как говорится, исправить и посмотреть. Ты что на меня кидаешь? Ты что кидаешь? Припадочный. Совсем, что ли, с ума спятил? Ё-моё, а это же супер-мега-фарм получается. Прикиньте, если на таких мелких аккаунтах выполнять у нас контракты. Здесь же можно у нас фармить, да не зафармить. Чуваки у нас играют, ну, по факту, ближнебойных пушках. А ты у нас такой просто одеваешь дальняк какой-нибудь и расхреначишь абсолютно всех и вся. Так. Короче, у гранатки есть КД. Ага, вот оно что. У меня граната-то не появилась, потому что у нее есть своего рода КД. Правильно. Поэтому что мы сейчас делаем? Мы сейчас с вами, соответственно, какого-то рода вот таким вот образом самоуничтожаемся, смотрим и идем подрывать пуканы, соответственно, своих врагов. Блин, ну с ботами это, конечно, дело у нас тестироваться будет крайне глупо, крайне печально. Но, допустим, сейчас, да, у нас чувачки и шпинкс. Да вы серьезно, да вы охренели, что ли? Товарищи разработчики, это что такое, Это же имба какая-то, вы что, издеваетесь, что ли? Ё-моё, охренеть мне встать. Ты прикинь? Раньше, мало того, что тебя может сейчас поджечь абсолютно, соответственно, любая пушка, ну как-то, не знаю, по-моему, тебя поджечь может только кто? Правильно, тебя может поджечь только огнемет. Ну нет, сейчас может тебя поджечь абсолютно любая пушка, даже тот же самый гром. Вот, ты у нас просто одеваешь устройство соответствующее и кайфуешь от этой жизни. Вот, и сейчас еще появляется у нас мало того, что граната. Это прикинь, какой фаер-шоу можно устроить, если ты у нас играешь на огнемете, либо на какой-нибудь другой пушке, которая, соответственно, поджигает. Плюсом ты у нас кидаешь еще гранаты, которые тоже поджигают. Это, блин, получается жесть какая-то жестяная. Какая-то прям реальная жесть. Ну вот, допустим, на реальном человеке это все дело протестировать, и я все равно для него достаю, ты прикинь, я все равно в сандалию ему 600 урона, плюс, соответственно, по соточке, потом у него этот урончик, соответственно, убывает. Блин, по-моему, это, ну, супер как-то. Как-то, блин, как будто вот хочется, чтобы
Догорание от этой гранаты не было настолько имбой. Хотя, может быть, с другой стороны, и правильно это. Типа, гранатка-то у нас стоит, как говорится, все равно копеечку. Хоть и ты получаешь ее, да, у нас сейчас. Ну, хотя это сейчас ты обычные получаешь. Хотя и обычные стоят у нас не так уж и мало. Блин. Ну, даже черт его знает. Даже черт его знает. Ну, по мне, вот сейчас я за этим всем делом наблюдаю, по мне, ну, все равно, как бы, вроде имба. Прям имба лютейшая. То у нас берешь, кидаешь гранатку и, соответственно, подрываешь пуканы своим врагам. Как-то не очень хорошо. С одной стороны. А с другой стороны, с третьей, с пятой, с четвертой. Со всех сторон, как говорится, не очень. Гранаты это вообще зло. Вот прям реальное. Вроде как прикольное. Вроде как что-то интересное, что-то необычное добавилось у нас в тенчике-баненчике. Но с другой стороны, как-то, блин, не знаю. Василий, давайте, убивайте меня. Я хочу, чтобы меня резало всегда, соответственно, с этими самыми гранатами. Они делают какие-то просто несуразные вещи. Ты просто берешь, просто, соответственно, уничтожаешь своих врагов. Вот вражина у нас, да? Чувачело, поехал, вроде как даже ни о чем не парится. Ну, вроде как даже ни о чем не парится. А вот париться ему нужно. Вот здесь еще у нас чувачок стоит, тоже ни о чем не парится. Я такую, оп, гранату кидаю и поджигаю сразу пуканы. Он, а что я говорю? А я не понимаю, что я говорю. А я тебе минки свои поджег. Не минки, точнее, а гранаты свои поджег. Потому что что? Потому что могу, потому что умею. Потому что это, как говорится, у нас имбуля и еще там. Блин, ну черт его знает. Как-то это все у нас сложно. Не обращайте внимания, я здесь по битве у нас именно не играю, не стараюсь занять первое место. Я у нас, знаете, такой дурачок, который вот охотится за какими-то врагами. Охотится и хочет их поджечь, хочет точнее протестировать ту самую гранатку, которая у нас добавилась в тенчике онлайн. Ладно, давай последнюю, вот последнюю гранаточку я у нас брошу. Давайте, зарежьте меня своими саблями. Сейчас последнюю гранатку брошу. Мы с тобой выйдем и еще посмотрим, какие у нас еще, соответственно, будут гранатки. Потому что, если ты не знал, там можешь зайти, посмотреть и поглядеть, какие гранатки у нас в танчиках еще будут. Смотри, оп, я его урон 1200, плюс, соответственно, он у нас горит от этого всего дела. Ну, как минимум, на аптеке, на 1000 миллионов аптек я у нас его разбатил. Причем очень жестко. И остается мне что сделать? Просто-напросто взять и топить его. Вот такие вот дела, вот такие пироги. Ну, это имба. Минки, гранатки, это имба. А зачем меня закинуло в игру? Вот это мне тоже... Ой, не в игру, а в мини-игру. Сладости и гадости. Так, ладно. Это у нас получается уникальная праздничная... граната, да, которая поджигает. Может быть, кстати, ее сделали такой имбовой и такой трешовой. Я понял, походу. Эта граната такая имбовая и такая трешовая, потому что она будет уникальная. То есть ты можешь ее зафармить только на Хэллоуин. И потом ты ее не получишь никак. То есть только в Хэллоуин ты можешь по факту вот эту имбулю себе фармить. И больше все. Не будет ее. Но это тогда прикольно. Тогда прикольно. Вот. Здесь можешь зайти и посмотреть, соответственно, почитать. Специальная граната, которая создает непрорываемый блок из, соответственно, пены. Полностью сейчас не будем. Специализированная граната, которая ремонтирует союзные танки, включая собственный танк. То есть, грубо говоря, как в Майнкрафте. Зельки, соответственно, покидаешь под себя, и ты у нас отхилился. Магнит, специальная граната, которая примагничивается к танкам. Вот эту мне механику будет интересно посмотреть. То есть, ты кидаешь гранату, она магнитится к танку, как, допустим, какая-то сишка в Расте. И потом взрывается на этом танчике. Либо как, соответственно, Минк-паук, которая бегает за танчиком и об него взрывается. Блин, ну ладно. А звезда. Специализированная граната, которая наносит постоянный урон в небольшой зоне. Ну вот это достаточно такое. Бьет молниями. Ну, может быть. Поражение здесь, граната взрывается с небольшим урон. Ну, плюс молнии, все вражеские танки, близости. Ну, может быть, не знаю. Дым. Ну, это просто, соответственно, дым.
блокирует поле зрения, и очень интересно будет посмотреть, как эта штука будет работать, потому что по факту, по сути, у нас здесь от третьего лица вид сверху. Ну, либо просто от третьего лица. И по факту, по сути, дым там должен быть на пол карты, чтобы он закрывал обозрение, потому что если он будет чисто в зоне действия танчика твоего, то нифига он там не закроет. Либо, если ты танчиком заезжаешь в этот дым, то у тебя полностью экран тухнет. Может быть, они как-то это так реализуют. И вспышка, соответственно, ослеплением. Сбивает систему наведения противника. А, ну это просто, соответственно, ты у нас наносишься, либо сводишься. Как какой-нибудь стан, да? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Перезарядочки, урон. Здесь все по дефолту. Медик, урона никакого нету. И это урон, да? Но урончик у нее приятный, 1200. И потом, соответственно, у нас перезарядочка имеется, плюс догорание. Блин, на всех диапазонах, кстати, пунктиков нет, сколько догорания по тикам, да, у нас. Блин, ну граната очень прикольная, очень крутая, очень имбовая. Поэтому как-то так, кому понравился данный видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Вайда, всем пока-пока.